Городская глубина в картинных рамках. В мастерской «Шестой этаж» открыта выставка объединения СТО «Сторона». Свои работы в графике и живописи представили три художника – Игорь Ширяев, Сергей Фомин и Андрей Филаретов. За плечами каждого опыт в граффити. Экс-райтеры свой протест перенесли в галерею. Их работы очень острые, динамичные, реалистичные. Вообще говоря, наверное, художники, я вот их спрашивала, чем они вдохновляются. Да? Они сказали – жизнью. То есть для них это как-то такая обобщенная категория, и поэтому жизнь, даже если она предстает в форме, ну, там, перцев или яблок в монохромной живописи Игоря Ширяева, это жизнь со всеми ее сложностями. И вот, собственно говоря, это ощущение они передают. Мне кажется, эту живопись нужно разделять в восприятии на две части. То есть одна действительно такая часть прорисованная, по которой можно о содержании судить, а другая часть – это часть интуитивного восприятия того, что выплеснуто в данный момент. Авторам удалось перенести уличный посыл в своей работы в малых формах. Их искусство немного жесткое и колючее, но очень интересное. Социально значимо высказываться, доказывают художники, можно не только кричаще изрисованными стенами. Мы немножко отстранились от граффити конкретно в этой выставке. То есть тут нет таких классических граффити-сюжетов, которые можно увидеть на улице. То есть да, мы рисуем что-то подобное снаружи, но все равно тут немножко вот дарили по галерейной жилке. Старались максимально разбавить работы друг друга, то есть поэтому тут нет такого, что на одной стене чьи-то только одни работы какого-то одного художника. То есть мы максимально перемешивали, смотрели, как будет лучше по композиции, по цвету. Работы не подписаны, но стиль каждого художника легко узнаваем. Объединение СТО существует уже несколько лет, и для них выставка – определенный рубеж. Шанс показать, как изменилось их творчество за 4 года. Они не следуют моде, а говорят только о том, что интересно их и всему поколению. Чтобы открыть для себя актуальную живопись и графику, не так много времени. Выставка в мастерской «Шестой этаж» открыта до начала мая. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.